Добрый вечер. Это правильно вы сказали. Добрый вечер. Вы совершенно верно сказали, это абсолютно промежуточный отчет. Это тот отчет, который мы приняли решение сделать, понимая, что интересы следствия – это одно, а требования общества, нестерпимое желание общества немедленно понимать, что происходит в этом вопросе – это другое. И вместе с генеральным прокурором и руководителем СБУ приняли решение найти ту допустимую межу компромисса, когда можно рассказать обществу даже о промежуточных результатах. Мы выбрали несколько фрагментов дел, которые уже находятся в стадии близком к завершению, и дали эту информацию. В целом хочу сказать, что направление расследования массовых убийств происходит в четырех направлениях. Первое – это убийства, произведенные выстрелами снайперов. Второе – это убийства, произведенные прямыми выстрелами силами правоохранителей. Третье – это убийства, произведенные бандитами, тетушками под руководством правоохранителей. И четвертое – это те убийства, которые произошли в ряду правоохранителей. То есть четыре направления расследования. Я думаю, что по поводу снайперов более детально расскажет Валентин Александрович и даст дополнительную информацию. Я остановлюсь на одном эпизоде, который заслуживает внимания. Там, где принимала участие в расстрелах, в стрельбе и в гибели людей специальная рота «Беркута». Это происходило на улице Институтская. Я прошу показать первую фотографию. Мы установили 17 человек, участвующих в этом эпизоде. Это специальная рота спецподразделения «Беркут», так называемые люди в черном с желтыми повязками, которые, находясь возле Октябрьского дворца, тут можно показать схему номер 2, возле Октябрьского дворца, располагаясь за баррикадой такой искусственной, стреляли в сторону по Институтской, в сторону там, где расположен мостик. Да, вы видите на большой экран, пожалуйста. Вот здесь достаточно хорошо видно, такая летняя инсталляция. Это такое главное направление стрельбы этого эпизода. Здесь погибло 18 человек в этом направлении. 18 человек от прямых выстрелов из автоматического оружия, которое применяли бойцы спецподразделения. Установлено 17 человек. Из 17 человек задержан на сегодняшний момент 13. Для нескольких из них выбрана мера пресечения арест, и идется дальнейшее следствие.